Всем привет, дорогие друзья! С вами Ярослав. Сегодня у нас обзор журнала Лего Ниндзяго. Тут мы узнаем о том, как Гармадон все-таки поглощен злом, но продолжает быть на стороне добра. И Ллойду придется пройти испытание, но Гармадон попытается помочь ему, несмотря на то, что он злодей. Примкнув ко злу и помешав другим ниндзя. Но все равно Ллойд того добьется. И Гармадон узнает, что его Ллойд самый лучший. Так что тут показаны все оружия, которые использовал Гармадон, в том числе и гигантский колосс. Показано, как он вселился в Оверлорда и много еще всего интересного. Спасибо за внимание, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под роликом.